политическое русло, сама основа как бы, возможного будущего конфликта, она сохранилась. Но присутствие российских сил это исключает. Но это, подчеркну, именно при случае присутствия российских сил. Президент это как раз и подчеркнул. Кстати, Алиев тоже признал роль России в том, что война была остановлена и то, что был допущен переговорный процесс. Но этот переговорный процесс он с трудом идет, и для Российской Федерации ситуация сложная очень. Об этом как раз идет разговор. С одной стороны, Армения стратегический союзник, с другой стороны, Азербайджан стратегический партнер. Делать простой выбор Россия не может, потому что Закавказье, Южный Кавказ, это очень сложный регион, за который идет фактическая борьба, мощная. Многие акторы в этом участвуют. Прежде всего, Турция, Иран тоже начинает активизироваться. Я уже не говорю про Соединенные Штаты и Великобританию. Так что нужна сложная игра политическая. Российской Федерации приходится эту сложную политическую игру вести. Да, и, кстати, критика с азербайджанской стороны по поводу российских миротворцев, она имеет только одну цель. Чтобы каждый раз подчеркивать, чтобы миротворцы рано или поздно ушли, потому что у них же мандат ограничен, согласно соглашению. Это такие мягкие попытки вытеснить миротворцев, какую деятельность и так далее и тому подобное. Азербайджан, понятно, за спиной которого стоит Турция, действует в своих интересах. Ну, а Турция в своих использует Азербайджан. Они будут осуществлять подобные акции против российских миротворцев, но в Российской Федерации тоже это прекрасно понимают. И на такие акции есть контракции. И вот этот, кстати, договор союзничества взаимодействия, он на руку России прежде всего, потому что он ограничивает возможности Азербайджана и Турции действовать более свободно на политическом и военно-политическом поле Южного Кавказа. Он ограничивает их маневр. Поэтому эта вещь, в принципе, для общего, как бы сейчас, умиротворения и общего снижения напряженности ситуации, этот договор вещь полезна, безусловно. Для всех, кто знаком с ситуацией, западные политики, кто так или иначе следит за ситуацией на Южном Кавказе и, прежде всего, в ситуации конфликта между Азербайджаном, Арменией и Нагорным Карабахом, прекрасно знают, что только внешний арбитр может ситуацию сдерживать. То есть третья сила фактически в этом случае получается, и это только Россия, больше никто. А российские миротворцы – это тот инструмент, который Российская Федерация использует как раз для того, чтобы удерживать баланс сил и не допускать, скажем так, перепадов напряженности. И да, действительно, потом предъявить альтернативу. Другой альтернативы быть не может, потому что любые другие миротворцы, они будут фактически представлять ту или иную сторону. А российский миротворцы, вы же видите, менее союзник, но с Азербайджаном заключен договор о союзническом взаимодействии. И между и вот как раз посередине этого российский миротворцы. А поставьте турецких, ну что будет тогда? А поставьте американских, да кого угодно. И нет другой альтернативы, потому что так сложились исторические и политические реалии, что только российские миротворцы в этой сложной ситуации, в этом сложном конфликте, не переплетены исторические обиды, политические обиды, экономические вопросы,